регулярный сезон практически завершен, можно подвести какие-то итоги. Вот как ты оценишь вообще сезон для Сибири, который еще не завершился, но основная его часть уже закончилась? Ну, хороший, конечно, сезон получился. Попали в плей-офф, выполнили главную задачу, которую ставили еще летом для себя. Поэтому очень удачный сезон, на мой взгляд, сейчас. Вот. Ну, конечно, он будет еще удачнее, если мы пройдем дальше в плей-офф, будем играть, да. Пока все хорошо складывается для нас, я считаю. А вот как ты считаешь, вот последняя домашняя серия была у Сибири не слишком удачная, да, там со Спартаком удалось всего одно очко набрать, потом там Донбасс приехал, в котором, правда, очки были нужнее, наверное, чем в Сибири. Да я думаю, что, наверное, стечение обстоятельств, как бы мы понимали, что нам тоже нужны очки. Просто, ну, так получилось, хоккей. Вот, проиграли эти игры. Ничего страшного, потом выиграли зато две игры подряд. А вообще, как ты думаешь, есть какие-то у тебя вот свои мысли, почему в этом году Сибирь демонстрирует такой хоккей более успешно на выезде? Ну, я на самом деле сам не знаю. Да, мы тоже задумывались с ребятами на этот счет, что почему-то дома играть нам тяжелее, хотя здесь отличная поддержка всегда. То есть, ну, вот такая вот статистика в этом сезоне у нас, что мы хуже играем дома. Не знаю, с чем это связано даже. Вот если сравнивать Сибирь прошлого сезона и нового, да, образца 2012-13, что вообще нового появилось вот именно в игре команды, да, в тактике, наверное? Ну, разные вообще совершенно системы, да, что в том году, в этом году, мне кажется, что немного попроще система, вот, как бы, не знаю. Ну, совершенно все разные, разные совершенно требования полностью тренерского штаба, разные. Может быть, даже у игроков сейчас, у каждого игрока разные роли в командах, чем в том году. Своя система у команды, да. Но мне кажется, сейчас в любой клуб, когда ты переходишь, все время будет, нужно время, чтобы адаптироваться к команде какое-то. Но, в принципе, везде все одинаково, мне кажется, только мелочи. А вообще, не знаешь, почему какие-то мысли, может быть, есть, почему вот Нефтехимик такой неудобный соперник для Сибири в этом году оказался? Я не знаю, даже нет вообще никаких мыслей на этот счет, но тоже хорошая команда, как бы, не знаю, просто нам неудобно с ними играть. Может быть, это просто так, как бы, у нас выпадает так, что мы в неоптимальной форме подходим в матче, чем с Нижнекамском подходили в этом году, может быть, что-то. А вот выезд, который был перед Новым годом, сами ожидали вообще, что так удастся поразить всех? Ну, как бы нет, но мы вообще... Ну, старались сделать себе хорошее настроение перед Новым годом, себе и болельщикам, разговаривали об этом. Вот, и хорошо, что так все получилось у нас. Если говорить вот лично о тебе, то как вообще проходит сезон? Да, были ли какие-то моменты, периоды в чемпионате, когда ты чувствовал, что сил уже нет, что прям нужен отдых? Все-таки были такие несколько отрезков, когда вот очень много матчей было, да, там, допустим, январь тоже даже взять, да и первые два месяца были крайне там тяжелыми. Ну, да, я не скажу, что я очень ровно весь сезон это прошел, то есть, да, были моменты, когда я чувствовал себя не очень хорошо, но это, в принципе, как у всех есть, у всех бывают спады по ходу сезона, вот, сейчас, как бы, чувствую себя отлично, вот, у меня была возможность отдохнуть, когда была дисквалификация, поэтому сейчас вообще готов полностью, тренируюсь и готовлюсь, как бы, уже в плей-офф мы готовимся. Поэтому все равно. А вот если говорить о вас с Артуром Кулды, да, то есть изначально вы вот играли вместе, и еще с предсезонных сборов тренерский штаб уже на вас ставку сделал, как на лидеров, да, обороны. На вас это давило как-то или наоборот сил придавало? Да нет, наоборот, мы отлично, я считаю, начали сезон, потом был небольшой спад, конечно, но нет, нам все нравилось очень, наоборот, это то, что мы много играем, все, мы как бы, нет, вообще ничего не давило. Все было хорошо. На самом деле так легче играть, я считаю, когда ты чувствуешь, что от тебя что-то зависит, во-первых, в игре команды, что ты не просто так выходишь там номер отбивать, а когда ты действительно один из ключевых игроков, это намного больше мотивации придает тебе. Ну вот сейчас ты согласен с мнением, вот, в которое все чаще звучит, что Никита Зайцев – это лидер обороны Сибири? Да это не я, наверное, так. Это не мне, наверное, об этом надо говорить вообще, в принципе.
Но я стараюсь делать максимум на поле сейчас, чтобы польза команде была какая-то от меня. А тебе всего 21 год, но в КХЛ уже для тебя сейчас второй плей-офф начнется, да? А вот если говорить именно о плей-офф, чем тебе вот запомнился первый плей-офф в Сибири, если не говорить о том, что тогда серия была сухую проиграна Салавату Юлаеву, да, и не удалось там даже зацепить хотя бы одно очко? Кого бы мы не выпали, будет другая совершенно команда, другая игра. Вот. Я помню, что в тот год Уфа стала чемпионами, но у них как бы очень сильная команда была, понятно. Вот. И запомнилось, что я очень много на самом деле получил в том плей-оффе для себя, для игрока. Там очень большой опыт для меня был. Вот. Если сейчас мог бы ты выбирать соперника, да, по плей-офф, то вот с какой бы командой хотелось бы больше сыграть? Ну, я не знаю, так я не могу вообще сказать, как бы конкретно, потому что, не знаю, да, со всеми, я считаю, да, как бы все команды хорошие, со всеми мы играли в сезоне, как бы, все хорошо было. Такой вопрос по поводу твоей подготовки личной, а ты уже несколько лет ездишь в Америку, да, там, готовишься самостоятельно, там, с тренером, с американским. Вот, и очень сильно действительно прибавляешь, прогрессируешь. И для многих молодых игроков, я знаю, даже там не понаслышке общаюсь с нашими ребятами снайперов, в общем-то, ты примером являешься, да. Вот, но вот есть многие ребята, которые себе не смогут позволить поехать в Америку, да. А вот что бы ты посоветовал молодым игрокам, которые стремятся попасть куда-то, да, что им делать, допустим, если вот они в рамках страны сидят, что им делать? Ну, я, насколько знаю, сейчас и в рамках страны есть какие-то лагеря разные, но вообще просто, на самом деле, я схожу в зал полтора часа в день, каждый летом в Америке, у меня просто своя программа личная, вот это все, что я занимаюсь, чем, то есть там нету ни льда, ничего, вот, как бы, в принципе, посоветовал бы ребятам обратиться к какому-нибудь, я не знаю, тренеру по ОФП, может быть, я не знаю, чтобы им расписали, что им нужно конкретно. И просто заниматься каждый день летом. Конечно, нужно отдохнуть сначала, чтобы не круглый год как бы заниматься этим. То есть, в принципе, все хоккейные навыки у тебя сохранились вот именно со школы, да, крылья советов, там, начальный этап там, в команде мастеров и так далее? Ну, в принципе, хоккейные навыки я приобрел, я считаю, здесь, ну, в Сибири, в принципе. Для меня... Меня здесь научили, я считаю, в хоккей играть-то, в принципе. Поэтому не могу сказать, что да, конечно, крылья, там, все это меня поставило на коньки, там, то есть... Но уже взрослому хоккей меня научили в Сибири. Никит, ну и несколько вопросов таких легких, болельщики тут у нас постарались. А вот вопрос очень интересует, стали ли тебя чаще узнавать после того, как ты снялся в рекламе Мегафона? Да я бы не сказал, на самом деле. Я, наверное, там по-другому как-то получился в рекламе. Меня особо не узнают, я в жизни по-другому выгляжу, наверное. Еще вопрос такой, какой марки шампуня ты пользуешься? Что очень у тебя волосы шикарные. Да я разными. У нас на команду шампунь закупается, поэтому каким все, таким я. Просто видимо, волосы кудрявые просто. Ну и вот последний вопрос. Снялся ты в Мегафоне, уже есть у тебя опыт. Ну, вдруг такая ситуация происходит, и тебе предлагают сняться в кино. Какой бы жанр ты себе выбрал? Комедию, фантастику, боевик? Я не знаю, мне очень тяжело вообще это дается все, на самом деле, все эти съемки. Поэтому я в кино бы, наверное, в любом бы жанре бы снялся бы, наверное, максимум секунд 20, наверное, потому что тяжело мне. Здравствуйте, с вами был Никита Зайцев. Хотелось бы сказать... Большое спасибо всем болельщикам за то, что поддерживали нас в протяжении всего сезона. И очень хотелось бы видеть полный стадион на плей-офф, потому что нам очень будет нужна ваша поддержка в этих матчах. Спасибо. Несмотря на то, что за окном ни весна, ни зима, а пятое время года под названием плей-офф, а в это время года о пене для бритья забывают не только хоккеисты. Сегодня мы вспомним, как Сибирь прошла марафон из 52 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Этот сезон для Сибири уже стал одним из лучших в истории. Да и могло быть иначе, если в декабре клуб отметил свое 50-летие. Красочное шоу, матч ветеранов, именитые гости.
но больше всего запомнилось пожелание Александра Медведева добраться из Сибири до финала. А начался особенный сезон с особенного матча. На открытие сезона в Новосибирск прилетел даже Александр Семин. А причина тому – соперник новосибирцев – Ярославский «Локомотив». Первыми сыграть против возрожденной команды – это была одновременно и честь, и испытание для Сибири. Неизвестно, что сказалось – более высокий класс или крепкие нервы, но «Локомотив» тот матч выиграл. Поражение в первом матче не подкосило команду Дмитрия Квартального, а напротив, дало им мощный толчок. На определенное время Сибирь даже занимала первую строчку во всей континентальной хоккейной лиге, а болельщики мигом стали делать скриншоты, чтобы зафиксировать это памятное событие в истории. Перед началом сезона мы знакомили вас с Дмитрием Квартальным, Петерсом Скудрой, каждому новосибирцу знакомы Андрей Тарасенко и Константин Капкайкин. На тренерском штабе Сибири есть еще один незаменимый элемент. Речь о Дмитрии Пирожкове, специалисте по физической подготовке. Во многом благодаря его работе Сибирь избежала череды травм, затяжных спадов и прошла этот сезон, на удивление, ровно. Сибирь заняла 7 место в конференции и 12 в чемпионате. Увы, это не рекорд. 2 года назад Сибирь также попала в плей-офф и заняла 11 место. Однако 84 очка – это лучший результат Сибири за историю КХЛ. Но лучше всего команду Дмитрия Квартального характеризует тот факт, что меньше Сибири на Востоке пропустила только одна команда – казанский «Акбарс». Сибирь завоевала репутацию отлаженного механизма с плотной и организованной обороной. Так кто же стал главными творцами успеха новосибирцев? Разумеется, это 2 капитана. Максим Кривоножкин, который примерил на себя эту роль и выдал лучший сезон в карьере. И Никита Зайцев, который перенял литеру «Си» перед плей-офф и стал самым молодым капитаном континентальной хоккейной лиги. Удивились? Не стоит. Ведь Сибирь – самая молодая команда в лиге, а Зайцев стал настоящим лидером, вызывается во вторую сборную России и играл в этом сезоне так много, что финишировал на 4-м месте по среднему игровому времени в лиге. На последнем рубеже команды крутился как белка в колесе обладатель золота молодежного чемпионата мира и собаки по имени Лось. Проще говоря, Джефф Гласс. Он уже 4-й год выступает в континентальной хоккейной лиге, но таких показателей, как в этом сезоне, у него еще не было. А уж если вы соберетесь посчитать, сколько раз Джефф Гласс попадал в хит-парады недели лучших сейвов, вы обязательно собьетесь со счетом. Атаками, как это и ожидалось, заправляла финская парочка форвардов Юри Лехтеря и Йонас Энлум. Юри Лехтеря представлял Сибирь на матче всех звезд, сотворил удивительный булит. А в матче со Спартаком он оформил так называемый хэт-трик Горди Хоу. Гол, передача и драка. Но помимо этого, Лехтер отметился 5 очками. Но главное, Юрий Лехтер финишировал на 5-м месте в гонке бомбардиров континентальной хоккейной лиги. И это в то время, когда лигу наводнили пришельцы из-за океана. 48 очков в 52 матчах. Больше Лехтер набирал только в том сезоне, когда был признан лучшим бомбардиром финского чемпионата. Как должен выглядеть самый полезный игрок чемпионата? Наверное, хорошо играть как в атаке, так и в обороне. Непременно должен находиться в нужное время и в нужном месте. И, как правило, иметь прописку в топ-клубе, который штампует победы. Однако Йонас Энлунд чуть было не проверил последнее утверждение. Оказавшись между петербуржцем Далманом и магнитогорцем Кулеминым, ему не хватило всего 1 плюса, чтобы стать самым полезным игроком чемпионата. Фантастика, не правда ли? Тревога регулярного чемпионата завела Сибирь соседям из Омска. Когда выйдет этот выпуск, серия с «Авангардом» будет в самом разгаре. Так что, все внимание к сибирскому дерби. Хороший вопрос. Если честно, я не знаю. Я думаю, что, наверное, наоборот, надо спросить клубу, почему они так заострили свое внимание на латышских хоккеистов, но могу сказать про себя, что отличный город, отличная организация, хорошая репутация клуба ходит в Латвии, поэтому ребята сюда приезжают. А
если честно, наверное, процентов на 50. Не особо люблю тепло одеваться. Не так много, скажем так, получается времени проводить на улице. А сидеть в машине там так сильно тепло одетым не особо люблю. Поэтому стараюсь одеваться где-то так посерединке, чтобы на улице не замерзнуть. Но и то же самое, чтобы в машине не потеть. Гайдученко и Глаз, но они типичные вратари вот именно этого стиля баттерфляй, потому что оба довольно-таки здоровых ребят, с хорошей растяжкой, широко садятся и здорово закрывают низ, поэтому им дано играть в этом стиле. Ну, сколько голов друг против друга, я не помню, если честно. Мне кажется, что Дима нужно сбивал. Но я когда приехал в Казань первые годы из Ванкувера, мы довольно-таки так соперничали на тренировках, потому что мы оба довольно-таки спортивно злые ребята. И каждый раз, когда он мне забивал, он мне говорил, что откуда я приехал. А каждый раз, когда он не забивал, я его там наоборот говорю, ты уже старый для хоккея, все заканчивается. Поэтому у нас была такая спортивная рубка на тренировках, что, я считаю, кстати, не хватает нынешним хоккеистам, да, потому что, опять же, да, чтобы забить или там поймать, это все начинается в первую очередь с тренировочного процесса. Ага, без сигар, да, он не может. Я не знаю, я, наверное, без чего я не могу жить. Я так не задумывался. Если честно, я, наверное, могу уже приспособиться к любым условиям. Если что-то мне не хватает, я, наверное, все равно проживу, потому что сильно не зацикливаюсь на каких-то там, скажем, мелочах, как сигары, например. Ну, наверное, что-нибудь, что-то между боевиком и триллером. Это потому что, особенно, наверное, домашние игры у нас получается, так скажем так, больше под триллер, да, а на выезде однозначно это у нас боевики. У нас ребята бьются, потому что малой крови на выезде однозначно не выиграть. Это дома где-то можно красивым хоккеем, может, иногда выиграть, а на выезде это не проходит. Я думаю, что я, наверное, не изменю свое поведение. Это пусть думают телевизионщики, наверное, да, что делать. Но, опять же, мое поведение, как я работаю, я считаю, конечно, нужно все время, наверное, идти вперед, как-то, да, там, совершенствоваться, да. Но, опять же, да, это мои эмоции, это мой стиль работы, который, я считаю, там, может быть, в этой команде, он работает, и отходить от этого я не собираюсь, будет у микрофона, это для меня не важно. Какой бы амплуа? Ну, я думаю, что защитник, где-то, наверное, паре бы с Кудричем, по выражению лица он у нас такой злой, да, жесткий, наверное, бы поставили бы вместе с Кудричем, пусть паре там пугает народ. Дмитрий Вячеславович главный тренер, его должны бояться больше, но я думаю, что мы довольно-таки так, опять же, наверное, похожи, мы выражаем свои эмоции, мы выражаем свое недовольствие, когда это нужно, да, и наоборот, когда ребята заслуживают добрых слов, мы, скажем так, не скупимся на это, мы хвалим их, и я думаю, что всегда должен быть такой здоровый баланс. Когда все не так хорошо, ребята должны об этом знать. А наоборот, когда дела идут хорошо, я думаю, что нужно хвалить, нужно говорить, что все здорово. Хороший вопрос. Я готов на многое, кстати, наверное, потому что я считаю, что кубок Гагарина или там кубок Стэнли в хоккее, я считаю, что это одни из таких самых тяжелых, да, кубков, потому что игра очень физическая, игра тяжелая, да, и чтобы выиграть, нужно одержать много побед, да, и график этих игр, он довольно-таки тяжелый.
Поэтому я не задумывался, что бы я такое бы сделал, но я думаю, что я был бы способен на многое. Хорошо получилось. Выстыкаешь. Мое хобби — это сноуборд. Начал я кататься, наверное, лет 10. Первый раз стал на лыжи. Поехали с родителями кататься. Потом, наверное, года два поездил на лыжах и решил попробовать на доске. Сначала, конечно, не получалось. Весь день кувыркался, но потом со временем получилось. И с тех пор я каждый год езжу в Шерегеш после сезона. Ну, всегда с командой кто-нибудь со мной ездит. Маркелов, Ключников, когда как. Сейчас в последнее время с Саней Аксененко ездим. Сейчас в этом году, может, вообще много народу наберется. Не знаю. Очень люблю кататься на доске в Шерегеш. Да, сезон закончится, съездим дня на два, на три. Я не могу назвать, конечно, себя профессионалом. Ну да, я люблю сокер-гор, чаще катаюсь по лесу, по пухлому снегу. В основном Шерегеш, потому что на Тонай ездил пару раз с женой, ну, что-то нам там гора не очень понравилась. Она, во-первых, маленькая, во-вторых, всегда там снега мало, поэтому выбираем Шерегеш, всегда туда ездим. Жена катается на лыжах, на доске что-то попробовала, ей не понравилось. Но она как-то к этому так не очень относится, поэтому не всегда со мной ездит. Ну, у меня одна доска моя старая, я давно на ней катаюсь. Так периодически там могу купить очки или шлем, что-нибудь такое. А так, в принципе, привык к чему в этом и катаюсь. Ну, у меня есть друзья также, которые со мной ездят, но они не хоккеисты, ничего, просто ездим в Шерегеш, так же катаемся. Ну, а такого, чтобы подсматривать у кого-то, нет, наверное. Мне кажется, надо пробовать, это все несложно. Всегда получится, если хотеть. Ю-ху! Ну что, как, высоко, нет?